Первенство России по самбо собрало 760 лучших спортсменов 13 и 14 лет. От Дальнего Востока 15 человек, в том числе 6 уссурийцев. Таня Бараболя на таких крупных соревнованиях впервые. Много участников, большая ответственность. Спортсменка призналась, сильно волновалась еще и потому, что соперницы оказались крупнее ее. Но это не помешало самбистке завоевать бронзовую медаль в своей категории. Мне тренер сказал, что если я проиграю, то все, я вылечу, я не стану, никакое место не займу. А мне очень хотелось попасть в тройку, и я сделала все, что могла. Ну, вот как-то судьба мне, что ли. Я села, сделала болевой, и радость просто меня вышибала. Катя Циберт уже не новичок. Дважды была на первенстве России. В прошлом году привезла домой серебро. В этом финальный поединок дался сложнее. Удалось занять 3-ю ступень пьедестала. В финале я боролась с девочкой, которая заняла 1-е место. Ну, я ей проиграла. Но она меня лучше, ну, как у нее лучше стойка. Она лучше, как мне кажется, делает броски. Ну, мне надо как бы побольше физики, ну, чтобы с ней бороться. Иван Иволгин младше основных участников первенства страны на год, но тоже смог поучаствовать в соревнованиях, пройдя все отборочные. Хотя не удалось занять призового места, Иван рад, что была возможность побороться со сверстниками со всей России. Первенство России показало для меня настолько важным, оно показало, какие у меня есть ошибки, над чем мне стоит работать, какие броски, дополнительные броски ставить. И дополнительные черты характера, какими стоит вырабатывать. Поражения на первенстве страны не расстроили спортсменов. Наоборот, стали стимулом для усиленной работы над собой. Тренер самбистов результатами воспитанников довольна. То, что наша воспитанница уже второй раз входит в призеры первенства России с большим количеством участников, то есть было в каждой категории от 25 и выше. Это говорит о том, что мы стабильно даем результаты в нашу копилку города Уссурийска. Я думаю, что в будущем мы покажем еще на более высоком уровне. Сейчас уссурийцы готовятся к финалу спартакиады России, который пройдет с 19 по 22 июля в Армавире. Треть дальневосточной делегации – самбисты из Уссурийска.